Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещания РГВК. И доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами, как всегда, по понедельникам передача «Глобальная сеть». И сегодня для вас ее проведу я, Динбагант Магомедов. В эфире 15-й выпуск. Блогеры! И прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне бы хотелось поблагодарить за информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная Республика». «Свободная Республика» – газета для думающих людей. И новость, с которой мы начнем, это обсуждение информации о том, что председатель правительства России Дмитрий Медведев поощрил 40 регионов, в том числе и Дагестан. Сделал он это за высокие темпы роста экономического потенциала территорий. Ну и как ожидалось, эта тема стала поводом для обсуждений дагестанских юзеров. Пользователь Ибрагим Ильясов рассказал подробности этого события. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поощрил 40 регионов, в том числе и Дагестан, за высокие темпы наращивания экономического, то есть налогового потенциала территорий за прошлый год. Дагестан получил 625 миллионов. Об этом сообщается на сайте правительства страны. Пишет пользователь социальных сетей Кадыр Тагирбеков. В целях поощрения субъектов федерации, занявших с 1 по 40 места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти, по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий за 2017 год, подписанным распоряжением межбюджетные трансферы в размере 19 960 миллионов рублей распределены между этими 40 субъектами федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете, говорится в пояснительной записке. Продолжил разговор на эту тему Рашид Ильясов. Наиболее высокие значения оценки достигнуты Камчатским краем – 930 миллионов рублей выделено. Белгородская область – 990 миллионов. Сахалинская область – 882 миллиона. Кроме того, среди регионов, получивших крупные гранты, Адыгея – 669 миллионов рублей, Чечня – 606 миллионов, Воронежская область – 714, Ленинградская область – 842 миллиона, Московская область – 819, Москва – 862 миллиона. Написала обитательница виртуальных дебри Роза Гаджиева. На самом деле деньги неплохие. Если разделить на всех жителей республики, то в среднем получится на каждого по 208 тысяч рублей. На эти деньги можно закончить какие-то важные для республики объекты или же поддержать какие-то нужные проекты. Одно хорошо, теперь можно быть уверенным, что прежде чем посягнуть на эти деньги, злоумышленники крепко подумают. Пишет Рагим Курбанов. Насколько я понял, Дагестан не единственный, кто поддержит эту грантовую подпитку. Около половины российских регионов по итогам 2017 года получили от федеральной казны гранты, суммарно в размере почти 20 миллиардов рублей. За достижение высоких темпов наращивания экономического потенциала. При этом маленькая Ингушетия получит более 167 миллионов рублей за высокий темп роста экономического потенциала. А там живет 465 тысяч человек. По этому поводу свое мнение выразила и Райганат Самедова. Все познается в сравнении. Трехмиллионный Дагестан получает 625 миллионов, а Чеченская республика, где живет 1 394 тысячи человек, получает 606 миллионов. При этом в Дагестане самые низкие пенсии по стране, самая низкая зарплата и самое большое имущественное расслоение. Вот тебе и федерация. Это обсуждение дополняет юзер Арсен Пирмагомедов. Какого роста экономического потенциала? У нас что, появились новые предприятия или заработала экономика? То, что начали трясти налогоплательщиков, это хорошо, но что будет в следующем году? Наверное, я повторюсь, но меня одного радует, что эти 625 миллионов не будут разорваны. Ну а эта новость нас не просто удивила, она вызвала бурю эмоций и множество комментариев. Она о том, что специалистами Российского союза инженеров проведен анализ природно-экологического состояния 164 российских городов. Так, для проживания самыми благоприятными признаны города Одинцово, Пушкино, Каспийск, Дербент, Хасавюрт, а также Ессентуки и Кисловодск. Комментаторы на славу поглумились над этой темой. По поводу произошедшего свое мнение высказал Абдулла Гасанов. Так, для проживания самыми благоприятными признаны города Одинцово, Пушкино, Каспийск, Дербент, Хасавюрт, а также Ессентуки и Кисловодск. Самые наихудшие условия для проживания отмечены в Норильске, где промышленные выбросы в атмосферу превосходят все допустимые пределы. В других промышленных центрах России, в Череповце, Новокузнецке, Липецке и Магнитогорске, опасной для здоровья человека признана и экологическая обстановка.
Пользовательница социальных сетей Зайнаб Магомедова поделилась своим мнением. Хасаюрт благоприятен для жизни? Вы серьезно? Это, наверное, была юмористическая колонка. Но с Каспийском я еще могу согласиться. В Дербенте тоже возможны изменения в лучшую сторону. Но Хасаюрт? Они что там в этой газете принимают? Они хотя бы были в этом городе летающих пакетов? Написал пользователь Шерван Амирханов. А по каким критериям выбирали? Я недавно из Кисловодска. И как бы помягче сказать, чтобы земляков не обидеть. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Это сравнить несравнимое. Да у нас и коровы гуляют, и кони разгуливают по бульвару, и собаки стаями хвостиками виляют. Про хамов я вообще молчу, а после дождя и подавно. Одним словом, курорт, природа в мире животных. Делится мнением Абдурахман Гаджиев. Может, они не о нашем хасе написали? Может, есть какой-то другой параллельный хасавюрт? Я так и не понял, чем хасавюрт благополучный? Своими базарами и рынками, что ли? В хасавюрте все съели базары и борьба. Нет больше ничего в этом городе. Ну а дороги — это вообще отдельный ужас. Днем из-за пробок нужно потратить около часа, чтобы проехать хасавюрт. Написала свое мнение Татьяна Пашаева. Интересно, как определяют это удивительное? Каким методом? В Дагестане, конечно же, есть город, который можно назвать самым приемлемым для проживания. Это Избербаш, но никак не хасавюрт. Даже сами хасавюртовцы говорят о том, что этот город летом изнывает от пыли, а осенью от грязи. Коммуналка в зачаточном состоянии, здравоохранение на троечку, образование также. Город, который выживает только благодаря базарам. И этот город назван удобным для проживания. По мнению Марата Валиева, ситуация выглядит таким образом. Почти все приезжают в хасавюрт. Свои дела у всех связаны с хасавюртом. И все умудряются на него жаловаться. Удивительные люди. Вроде все взрослые, жизнь видели. А с другой стороны, где нет тех же проблем, то и в хасавюрте. Везде одно и то же. У нас любят назначить самого плохого и дальше уже клевать его. Завсегдатай социальных сетей под ником Гордый написал следующее. Хасавюрт и благоприятный, и по каким критериям, интересно? Речка превратилась в канализацию, единственный город, где негде просто пройтись. Но если бы не родился здесь, я бы точно этот город не желал бы себе. Пользователь под ником Горный всадник поделился своим мнением. И это тот город, в котором уничтожены все заводы и фабрики, что существовали еще в Советском Союзе, а некоторые в сезон работали по 3 смены. Помимо рынков, то ничего и нет, и в жару не искупаешься. Речку превратили в канализацию, понастроили повсюду туалеты. Парк, что функционирует, 100 метров на 100. Выходной сегодня, и куда, интересно, можно сходить? Можно просто прогуляться. На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как из-за одной ямы образовалась настоящая километровая пробка. Постепенно разговор вышел на тему сознательной порчи дорог самими махачкалинцами. В общем, слушаем комментарии и вникаем в суть проблемы. Это грустно или весело? Это печально. Пользователь под ником Бакалавр написал следующее. Поразительное явление. Как из одной ямы на дороге образуется огромная пробка? Это к тому, что когда говорят о борьбе с пробками на дорогах, в первую очередь, наверное, надо бороться за качество этих самых дорог. Степной поселок, промшоссе, возле техстанции БАС. Уже второй месяц, если не больше, яма, из-за которой пробка от восточного рынка каждый вечер. Пишет активный участник социальных сетей Ибрагим Рамазанов. Выкопали яму, копали тоже неделю, целую неделю пробки были. Потом яму засыпали землей, дней 10 пробок не было. Сейчас, после дождей, вода смыла землю и опять яма, и опять пробки. В этом городе когда-нибудь будет мэр, который думает о народе? Администрация, дорожники, обратите внимание, наконец, сколько это будет продолжаться? Пользователь Исмаил Умалатов по этому поводу написал. До этого тоже один кран возле рекламного щита ровно 4 сутки стоял на третьей полосе. На этой же улице не стояли знаки аварийной остановки и аварийки не были включены. Повезло еще, что никто под этот грузовичок ночью не залетел. Кстати, после последнего дождя там еще и вода течет. Эту же тему продолжил пользователь под ником Тень Мудреца. Не понимаете вы ничего? Это все специально так и задумано, чтобы жизнь автомобилистам не казалась легкой. Вот и не заделывают ее. Все исключительно в воспитательных целях, поэтому не гоните волну понапрасну. Яма под наблюдением. Идите работайте. Если что, вам сообщат.
Свое мнение написала и Асият Исаева. Я когда вечером проезжала, увидела, как в этой пробке скорая помощь. Там ведь рядом станция скорой помощи. И из-за чьей-то халатности больной может и не доехать до больницы. А всего-то делов. Просто заделать яму. Однако никто из городских властей даже не шевелится. А потом будут сокрушаться по поводу того, что власть заполнена ворюгами. По мнению завсегдатая социальных сетей Расула Абакарова, я вот считаю, что в первую очередь нужно наказывать тех, кто выкопал эту яму. И штраф этот должен покрывать расходы на восстановление асфальтового покрытия. Махачкалинцы вообще очень любят портить дороги. Особенное удовольствие доставляет им делать лежачие полицейские напротив своих домов. При этом участковые полицейские закрывают на это глаза. Пользователь Юнус Тумалаев написал по этому поводу следующее. Точно такие же ямы, когда поворачиваешь из Бейбулатова к нам на Бугленскую, приходится утопать в них, а потом выплывать. К тому же у нас уже третий день света нет. У нас какой-то квест, а не жизнь. В Махачкале нет проблем с коммуналкой только в центре. При том, что мы не знаем, куда жаловаться. Везде сплошные отговорки и отписки. Не остался в стороне от дискуссии и юзер Мустафа Халидов. В центре тоже не все благополучно. На Даниалова в самом конце, на повороте к железной дороге, хозяин дома бухнул лежачего полицейского. Причем такого высокого, что легковые машины просто на брюхе его проезжают. Наше доблестное МВД молчит, участковые как воды в рот набрали. Пользователь под ником Кавказский Лев подвел итоги этого обсуждения. Да никому нет дела до Махачкалы. Его уродовали все, кто только мог. А сейчас вы сокрушаетесь по поводу пробок из-за одной ямы. Эту яму заделают, но вот кто изменит само отношение к городу? По этой причине очень жду нового исполняющего обязанности мэра города. В экспоцентре на Красной Пресне 5 и 6 декабря проходил фестиваль «Формула жизни», являющийся важным событием для медицинского сообщества Москвы 17-й ассамблеи «Здоровье Москвы». Мэр Сергей Собянин вручил награды победителям конкурсов. Были названы лучшие специалисты города, лучшие главные врачи и ветераны-медики. В номинации «Лучший главный врач города» награду из рук мэра получил главврач больницы имени Башляевой, наш земляк Исмаил Османов. Салихат Расулова по этому поводу написала следующее. «Так приятно за земляков. Таких хороших специалистов в свое время наш медицинский институт выпускал, и распределялись они по всей России. И они есть действительно хорошие врачи, за которых гордость берет. Очень жаль, что этот вуз на десятилетие окунулся в состояние безвремени. И хорошо, что сейчас там все изменилось». Эту новость прокомментировал завсегдатай виртуальных дебрей Ренат Агаханов. Если бы я не знал, как работает у нас система здравоохранения, я бы пожелал его забрать в Дагестан министром здравоохранения. Но у нас любого человека система переламывает. Вот, к примеру, забрали из Татарстана главврача Централки Ибрагима Магомедова. А потом, когда человек навел там порядок, выбросили как ненужный предмет. Кто после этого приедет в Дагестан? Не осталось в стороне от дискуссии Узлипат Гаджиева. Один из самых образованных, интеллигентных, умных и порядочных дагестанцев. Помогал и продолжает помогать многим и многим дагестанцам, нуждающимся в области педиатрии. А это ведь тяжелый труд быть педиатром. Потому что ребенок не всегда может объяснить, что у него болит. Особенно грудной ребенок. Юсуп Казбеков по этому поводу написал следующее. «Вот достойный сын своего народа. Именно такие представители Дагестана должны быть примером подражания для молодежи, а не только те, которые кулаками машут на ринге. Для нас всех это очень приятная новость, и мы, дагестанцы, гордимся такими людьми и специалистами высокого уровня. Удачи и здоровья ему и мои поздравления». Поделился своим мнением и Арслан Аташев. Османов Исмаил Магомедович, уроженец Гумбетовского района, окончил педиатрический факультет Дагестанского государственного медицинского института в 1983 году. В 1989 году, после окончания аспирантуры в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава Российской Федерации, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Факторы риска и принципы диспансеризации при оксалатных нефропатиях у детей». В 1991-92 годах проходил стажировку по детской нефрологии и по педиатрии в университетском детском госпитале Баффало, штат Нью-Йорк, США, по результатам всесоюзного конкурса. Он был работяга и вполне заслужил эту награду. А вот у Валиды Мали тоже своя точка зрения. Когда он заканчивал институт, дагестанец еще не было ругательным словом, и он был просто советским педиатром. А так давайте и на Бакерию бочку гнать за его национальность. Важно понимать отличие человека той формации и нынешней молодежи, которая в большинстве своем мало что из себя представляет в плане обучения и профессионализма.
На что ответила Аминат Магомедова: «Очень приятная новость, особенно в свете последних событий, когда кроме негатива о Дагестане мало что хорошего услышишь. У нас ведь на самом деле очень много достойных и талантливых людей, но, к сожалению, о них очень мало говорят. А все больше слышно про тех, кто хайпует на своем черном негативе. А тут врач, который спасает человеческие жизни. Честь ему и хвала». Расул Гаджимурадов написал следующее: «Я все же согласен с теми, кто пишет, что его надо пригласить министром здравоохранения Дагестана. Дагестанцы, которые в Москве в условиях жесткой конкуренции сделали блестящую карьеру, очень нужны сейчас республике. Вот только насколько им самим это нужно? Проблема ведь не только во властях, но и в людях, которые здесь живут и считают нормальным подобное положение дел». Государственные и муниципальные служащие нашей республики 8 декабря приняли участие в Республиканской олимпиаде на знание Конституции России. Им было предложено ответить на 60 вопросов. К разработке тестовых заданий был привлечен профессорско-преподавательский состав ДГУ, ДГУНХ и судей Конституционного суда. Отозвались на эту новость и пользователи социальных сетей. По мнению завсегдатая социальных сетей Гамзата Гусейнова, предваряя тестирование, начальник управления администрации главы и правительства Республики Дагестан по вопросам государственной службы кадров и государственным наградам Артур Исрапилов отметил, что подобный конкурс проводится в республике уже второй год. Первая олимпиада была посвящена знаниям республиканской конституции. 12 декабря мы отметили 25-летие со дня принятия Российской Конституции. И именно этот день стал точкой отсчета нового этапа развития российской государственности. В нашей олимпиаде участвуют представители всех государственных органов республики, муниципальных образований, победители наших кадровых проектов. Эту тему продолжает Фируза Айдунбекова. Она написала: «Глава Дагестана поставил задачу повысить правовую культуру нашего населения. Мы должны преодолеть правовой нигилизм. Основой формирования и развития этой культуры, конечно же, является Конституция нашей страны. По результатам Олимпиады будут определены 3 победителя, которых наградят почетными грамотами правительства Республики Дагестан». Завсегдатай Абдул Карим Магомедов высказался по этому поводу: «Подобные мероприятия дают повод для детального изучения правовых основ законодательства. Благодаря таким проектам есть мотивация изучать основы юриспруденции и начать развивать свои компетенции. В конце концов, только участвуя в подобных мероприятиях, можно понять, насколько человек компетентен в той или иной области». В диалог вступил юзер Гусейн Шапиев. Региональные чиновники, претендующие на какие-либо серьезные должности, наверное, должны сдавать экзамены по тем направлениям, которыми занимаются. «Я считаю, что обучение и переаттестация должны быть регулярными, иначе эффективность государственных институтов падает. Те, кто не справится с экзаменом, должны быть отправлены на пересдачу. В противном случае будет ставиться вопрос о том, чтобы дать шанс попробовать себя на этой должности кому-то другому». Своим мнением поделилась пользуется под ником «Горная фурия». «Когда же наступит время, чтобы на работу принимали не из Тухума, а по реальным заслугам и способностям? Мой сын отправляет резюме в разные госучреждения, но безответно. Наверное, в нашей республике не нужны грамотные, честные, порядочные работники. Надеюсь, что когда-нибудь случится праздник и на нашей улице». Ибрагим Мугадов по этому поводу написал следующее: «Голубушка, вашему сыну нужно участвовать в конкурсах, в кадровый резерв. Уже год как работает этот проект. Чем причитать, пускай заполняет резюме и двигается навстречу своей удаче, если он действительно такой грамотный, как вы тут пишете». Юзер Арслан Муртазалиев по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию: «Я не очень доверяю конкурсам. Нет никакой уверенности в том, что кто-то не сольет нужному претенденту ответы на вопросы, которые заготовлены для конкурса. Я бы все-таки настаивал на том, что конкурсы нужно проводить еще и потому, какие достижения в профессии есть у соискателя. Навыки и компетенции все же важнее того, как человек заполнит тесты. А вдруг в день экзамена человек болел?» Пользовательница Интигам Алиева также поделилась своим мнением. «Аттестация, тестирование, экзамены, как ни называйте этот процесс, но он нужен. Иногда у людей нет другой причины развиваться, кроме страха остаться без работы. Как бы этот конкурс ни проходил, он был нужен. Я слышала про то, что к конкурсу в кадровый резерв было много вопросов, но в конечном итоге это правильное направление. Тесты можно усовершенствовать, можно ввести дополнительные пункты или этапы, но не делать такие конкурсы уже нельзя. Без притока нового поколения государственная система становится неэффективной». –
Ну а теперь по традиции нашей программы забавное видео. На улице минус 40. Наш доблестный охранник показывает, чем занимается на посту. Сейчас. Там глубоко? Нет, он 20. Да ладно. Да ладно. Федор. Кого? О, нет. Ну, видишь. Это там под землей? Да, ну что под землей? Нифига! Молодец. Он со мной там плавал. Минус 40. Замерз, Федор? Замерз. Малек. Это жесть. Это жесть. Ну а на этом, пожалуй, все. Это был 15-й выпуск проекта «Глобальная сеть» и вел его я, Динбагант Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел нас в эфире телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе.